Дуальное обучение – это не веяние моды, а требование современного общества. На базе колледжа Парасат прошел областной семинар по внедрению новой программы обучения. Это означает, вместо советской модели образования пришла новая, европейская. Теперь студенты смогут уже с первого курса учиться и параллельно работать по своей специальности. Причем занятость той или иной организации никоим образом не помешает основной учебе. Мы должны студентов организовать их стажировку на предприятиях и с дальнейшим трудоустройством. То есть он до обеда обучается в колледже, в СУЗе, в университете, да? А после обеда у него есть возможность пойти на предприятие, согласно его специализации, да? Пройти там стажировку с дальнейшим трудоустройством. За дуальное обучение голосуют все педагоги области. То, что не сможет дать голая теория, студенты получат на практике. Результат – по окончанию учебы студент будет иметь не только диплом, но и солидный опыт за плечами. В колледже Парасат дуальное обучение действует по двум специальностям – дошкольное образование и гостиничное дело. Изюминка этих двух специальностей в том и состоит, что у нас есть своя собственная база практики. Гостиничное дело, помимо гостиницы «Марс», у нас в городе есть такие крупные гостиницы, как четырехзвездочный отель «Сапар Стандарт», отель «Баймырза Сапар», «Шымкент гостиница». Вот от них поступили нам заявки на подготовку менеджеров по сервису. С внедрением дуальной системы обучения выиграют все. Безработных в стране станет намного меньше, да и частные компании не будут тратить деньги на переобучение специалистов. Дуальная система успешно практикуется в таких странах, как Германия, Нидерланды, Швейцария и Дания.